Я в фикс-прайсе. Давайте посмотрим, какие новиночки появились у нас. Вот сразу вижу такой салатник. Видите, блинчики с икрой. Для икры, наверное. Затем вот такой салатник. Видели, листочка. Затем вот такая красивая. А это такая была. Так, это что у нас? Это у нас обеденная тарелка. Обеденная тарелка 24 и на 4 сантиметра. Вулкан называется. 55 рублей. Затем 99 рублей в виде большого листа. Большая. Диаметр 320 миллиметров. Такая огромная, красивая. Вот, смотрите, какой лист красивый. Очень красивый лист. Так, обеденная тарелка 24 сантиметра. Вот, видите, листочка тоже. 55 рублей. Затем уже глубокая такая суповая тарелка. Тоже в виде листочка. 20 сантиметров. Тоже симпатично. Такой объемный салатник. 20 сантиметров. 99 рублей. Как матовый. Так, эти доставать не буду. Большие. Очень большие. Вот такой огромный он. Так. 270 миллиметров. Огромный просто. 99 рублей. Затем вот такая тарелка. С таким вот блинчиком. 77 рублей. Затем мне понравились вот такие черные, квадратные, 21 сантиметр. Это тарелка суповая, 99 рублей такая. И такая вот для второго. И то же самое с белым. Суповая второго. Появился вот такой удалитель сердцевины и хвостика клубники. Вот так. Инструкция. Вот такой вот удалитель у нас есть. Затем скребок для кухонной плиты. Идеально подходит для бережного и деликатного ухода за кастрюлями и стеклокерамическими плитами. Так, что еще у нас есть? Так, крышка. Выжималка для заварки чая. Таким образом выжимается. Интересная крышечка. Разные цвета. Ситечка для заварника. Такое. Видите, в чашечку вставлять. Так вставляется в чашечку. И такое. Тоже в стаканчик вставлять. 25 рублей.
Зеркало для ванны. Вот так ставится или вешается, потом ставится, по-моему. Очистите поверхность, на которую будет вешаться зеркало. У нас появились клубни цветов. Вот такие по 77 рублей. Город Санкт-Петербург. Бегония фибриата. Затем бегония, тоже фибриата, только другого цвета. Такая бегония. Розовая. Солнце Флоренции. Само растет. Для солнечных мест 15 видов растений. Очень интересно. Такое вот можно купить. Так, а это что? Рай для бабочек. Тоже само растет. Для солнечных мест 18 видов цветов. 30 грамм. Срок годности до 19 года. Интересно. Такие восточный орнамент. Для тени. 19 видов цветов. Это вот в тени. Интересно. Из игрушек увидела танцующий музыкальный мяч. Немножко другой, не такой, как был. 99 рублей. Космический бластер со звуком и светом. Представьте себя героем фантастического фильма. Такой интересный бластер. 99 рублей. Такая табличка. Интерьерная в ассортименте. Опять появились вешалки с силиконовым покрытием, которые не скользят. 55 рублей, 3 штуки. Мужская сумка на пояс. Открытки с 8 марта. Различные. Наклейка на автомобиль 23 февраля. Вот так вот сделаем. Восковые мелки, 12 цветов, фантазия. С такой картинкой. Пластилин для лепки и рисования, 12 цветов, мягкий. 12 цветов. Объемная картинка из пластилина. Репка. На этом все. Я с вами прощаюсь. Если понравилось мое видео, подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть следующее видео. Пока-пока!